О, и Масенька соизволила выйти со всеми покушать. А вон и белый котик. Пришел в гости. Всем привет! Сегодня 17 апреля. Сейчас 7 часов 22 минуты утра. Вышел я тут, покормил всех. Ух ты! Милка поймала птичку. Воробья. Ого, это стерилизованная кошечка. Микулечка. Ого. Вот это да. Подарок несет. Ну ладно. Вчера, конечно, было пасмурно. Но вот сегодня вот небо вот утром вот так вот выглядит. Накормил всех, и вот покажу сейчас немножко наш сад, что у меня здесь. Вот соседская кошка тоже бегает вокруг, беременная уже походу, уже беременная, и будет тут опять куча котят, конечно. Моя мечта была, конечно, в саду сделать все полностью газоном, деревья. Но чтобы газоном сразу полностью сделать, надо было полностью перепахать все и засеять все. Но я начал по чуть-чуть засеивать газоном. Вот, получается, вот полянка получилась с газоном. И там немножко посадил газончик. Ну, коль газон у меня не на всем саде, то Милка тут с добычей. Теперь будет играться тут, блин, полдня. Рычит. То Серега, короче, запарился каждый год просто травку косить. И решил в этом году, там, где нет газона, посажу я картошку. И насадил там, где возможно, картошку. Здесь я в последнюю очередь садил. Здесь попозже взойдет. Так, деревья, вон там две березки. Сейчас покажу, где взошла картошечка. Ну, покосил я пока чисто газон. Ой, какая красота, да? Тут света работает. А в этой части уже картошечка повсходила. Там получше повсходила. Здесь вначале садилась, пораньше. И где пораньше, там уже побольше взошла. Ой, носится с птичкой. Ой, за мной бегает, показывает, что типа, вот она, какая молодец. Так что в этом году решил с пользой использовать пространство это.
Здесь газончик покосил. В том месте вообще амброзии дофига было. И вот после газона, ну, газон забил, и только травка. Амброзия не растет. Это такой подход душевой. Ну, а здесь до сих пор, короче, до сих пор занимаюсь этим зданием. Это скважина. Тут мне еще немножечко залить остается. Ну, может быть, сегодня зарплату перечислят. Я куплю цементик, закончу это дело. Так-то у меня полностью готово это здание. Здесь скважина, насос, там яма большущая. И Милка вон носится. И вот такое вот здание получилось. Здесь я планирую вообще как бы место еще для генератора внутри. Что насос занимает. Вообще мало места. Тут такое вот зданице получилось. Сам строил, сам копал лет 6 назад яму. Тут полностью все своими руками. Бетономешалочка. Милка вон уже по отмостке ходит. Ой, Милка, Мася. И в этом году вот вместо того, чтобы косить 6 соток земли, просто траву, решил. Ну, надо, короче, теперь тяпку, сапку брать потихонечку. Уже ухаживать, ну. Все потихонечку, все сделаю. На двух работах работаю, еще и дома. Вон, еще теплицу надо приводить в порядок. Надо накрывать теплицу. Заливать отмостку дальше. Короче, вот. Ну и где птичку потеряла, Милка? А? Где птичка-то, эй? Ау! Ну что это такое? Вот раскапывают картошку, а? Вот что это? Мася! Тоже стерилизованная кошечка, бегает, тоже птичек ловит. И эта птичек ловит. И мышек ловят. Стерилизованные, все. Птички поют. Ну а так сейчас всего лишь плюс 7 градусов тепла, прохладненько. Сейчас такая погода. Днем, если ветра не будет, будет тепло. Прям вчера жарко, даже солнышка не было. Но на ветру холодно. Сейчас такие вот качели. В тенечке холодно. На солнце очень жарко, так что сейчас такое время у нас. Апрель. Как говорится, качели начинаются погодные. Так, вчера я был на базе. Покормили котика в пасхальный день. Так, ну а сегодня... Пока даже и планов пока особо нету. Ну, вот говорил, что надо заняться теплицей, да, вот отмосткой. Это буду ждать зарплату. Так что вот. Как-то так. Ну, а так, вот, в той стороне у нас дружок. Я ему блоком закрыл доступ к сирене, чтобы он корни не раскапывал. В этом углу у нас там уличный туалет. Вот он здание. Такая хозпостроечка. Там у меня дрова, всякий такой хлам. В той стороне два мангала, очаг под казан, там леса. Ну, такие вроде... Все нужное.
курятник тоже. Тут все, в принципе, это все по-быстренькому делали мы сами. Вот курятничек у нас с выгулом. Велосипед он стоит. Перебрал как-то полностью, делал из двух велосипедов. Там немного леса осталось. Тоже там в курятнике тоже инструмент. Пока вот в этой части не появится гараж. Мечтаю о гараже. Уличный кран здесь есть. Теплица. В этом году что-то время особо нету. Там летний душ. Тоже там бак надо делать. Вот такое вот хозяйство. Там бетономешалка, скважина. Ну и картошечка стоит. Мотоблок. Ну это не мотоблок, это мотокультиватор. До мотоблока ему еще расти и расти. Что-то он... Купили мы его там за 5000, я его отремонтировал. Ну и пока пользуемся. Что. Так что... Так что вот, вот такое хозяйство здесь. Вот тоже в первую очередь, здесь сколько мы уже тут живем, лет 6, а уже и не помню. В первую очередь вот сварил из того, что было, чистилку по-быстрому, блин, временно. Временную чистилку сварил, да. Инжир растет, розы идут, цветочки, короче, все нормально. А у дружка кто-то писал, короткая цепь, да ну нифига себе у него короткая цепь, у него нормальная цепь, да, дружок, нормальная цепь, нормальная цепь. Копает, блин, как шахтер, блин. Пока ехал, в Темрюке была погодка вроде, небо чистенькое с утра. А сейчас что-то тучки нашли. Дождик небольшой срывался. Но немножко потеплело, вот плюс почти 13. Сейчас 12 часов дня. Ну и вот такая вот погодка. Вроде ветра особо нету, но мелкий дождик, не знаю. Птички тут чирикают на проводах. Ну, посмотрим, подожду, может, солнышко выглянет. А пока буду ждать, поработаю, покашу травку. Ну, попробую начать сегодня, то есть продолжить. Вот, клумбами займусь, попробую покосить траву на клумбах этих. И покажу, что из этого у меня получится. Как говорится, приведу, попробую привести в порядок эти клумбы сегодня. Не исключено, если я цветочки нет-нет задену. Так, попробую привести в порядок вот эти вот клумбы. Сейчас сниму до и после покажу. И что у меня получилось после. По-любому я и до Судова дойду. Там газончик тоже подкашу. И, наверное, с этой стороны тоже сейчас, если не будет дождя, я
сначала работу сделаю, а потом пойду на море. Так что Серега начинает работать. Так что погнал я. Время уже вот 1:30. Немножко распогодилось. И сейчас посмотрим, что там у меня получилось. Вот, привел в порядок я эту клумбу. Цветочки все остались на месте почти. Прям вот выглянуло солнышко. Небо распогодилось немного прям. А жарко стало. Вот светит солнышко, бабочки летают. Вот первая клумба. Максимально сохранил все цветочки. Вторая клумба. Тоже постарался цветочки не трогать. Вон, петрушку оставил. Вот в этом месте я подкосил. В прошлом году в этом месте палаточкой отдыхал наш постоянный друг, подписчик. Вот прямо вот здесь, а вот. Ну, ему в прошлом году не повезло немножко. В прошлом году прям жарко было очень, ну прям сильно. Он получил тепловой удар 2 раза, что ли. Ну, прям серьезно все было. Вот. Подкосил я ему местечко от плохой травы, еле скосил. Получается, на покосе травы здесь никак не сэкономишь. Если в прошлом году не косили хорошо, то в этом году я потрачу здесь в 2 раза больше бензина, пока скошу подушку сухой травы. Тут еле скосил прям. Вся леска закончилась у меня. Так, эту клумбочку так подкосил я тут немножко, тут сильно не было. Ну и газончик, как и говорил, там впереди полосочку тоже. Так что вот подушка, конечно, сухой травы была серьезная. Сейчас пройдемся еще по клумбе, покажу. Опа! И прям вот солнышко, совсем другая картинка. Погода прям изменилась резко. И вот сейчас иду, и очень жарко мне, конечно. И интересно сейчас, какая температура. Включил я подкачиваться бочки. Работает мой отремонтированный насосик. А температура воздуха поднялась сразу вот в тени. Плюс 16. Но на солнышке прям нормально. Больше 20 точно. Ну а море... Вот кто-то пишет, спрашивает. Я не буду так часто мерить, конечно, температуру моря. Каждый день, в принципе, оно будет одно и то же. Море и так не может быстро, если утром было у нас тут плюс 7 в Темрюке. Ну море сейчас плюс 11 где-то максимум. Не может так быстро нагреваться, конечно. Это 2 недели надо, чтобы... стабильная температура была. В следующий раз измерю, если... Но дожди опять стоят, дожди. Ну да, котик, как же ж без тебя-то. Котика мы накормили, пока не убегает. Так, ну а сейчас быстренько насчет экономии. В прошлом году выделили немножечко денег на покос травы. Ну и немножечко я покосил. Прошел год. Сейчас открою ворота. Прошел год, и они решили привести в порядок вот фасад. Я привел в порядок в этом году. Очень тяжко оказалось. Даже там появились змеи. Вырезал много деревьев. И, грубо говоря, вот на этот весь фасад
выделенные деньги, в принципе, все 3000 и ушли. А если бы мы косили бы, то бы в 5 раз дешевле это обошлось бы. Тут такую подушку сначала сухой травы пришлось скашивать. А на сухой траве леска быстро-быстро заканчивается. Ну, естественно, и бензин. Так что на этом экономить, я думаю, не стоит. А если бы мы в зиму оставили, ну, подкашивали как надо, то и быстрее бы скосил. Так что и так, это быстренькая информация. Ну и наконец-то я и вышел на пляж посмотреть, какое Азовское море сегодня. Ну, шторма вроде как нету, волны успокоились. И сейчас подойдем поближе. Выглянуло солнышко. И как-то поинтереснее стало. Успокоилось Азовское море, но стало мутное. И всякое интересное, вот. Выбросило на берег. Чего только нету в воде. И коряги, и мусор. Чего только нету. Это я говорю к тому, что насчет оборудованного пляжа. Когда оборудованный пляж и купаться можно от базы, то чистят дно не просто так, потому что и стекла, и бревна всякие может подымать со дна. Это если купаться в волнах и вдруг бревно. Конечно, это опасно, но таких случаев особо не было, конечно. А так вот. Сколько всего выносит на берег. Я это не показываю особо. Но это же все было в воде. И вон то бревно было в воде. Оно с неба не свалилось. Оно с водички пришло. И вот этот мусор тоже. Банки всякие. И это бревно тоже когда-то принесло с моря. Вот. Самое интересное, это вот ближе к забору. То, что приносит море. Вот. Все эти палочки, бутылки стеклянные. А потом этот весь мусор, если не убирать особо, он сверху ракушкой слой накрывается. Так что вот. Вот такая информация от Сереги. Ну, а эту я штучку, конечно, уберу. Не буду бросать. Ну, а прикиньте, вот наступить на это вот можно. Не очень приятно. Сейчас она не режется, отшлифовалась. Ну, а все равно проткнуться. Проткнуть ногу можно. Ну а так сегодня по-прежнему Азовское море красивое, чуть меньше разливается, но успокаивается. Солнышко. А все равно я считаю, лучше купаться, покупать пляжные эти вот, пляжную обувь и купаться в обуви. Как бы так. Ну, насчет медуз пока не видно. Ну, а в общем, в принципе, погодка сегодня стала получше, солнышко выглянуло, намыло крупную ракушечку. Вот коряжечка, видите.
Это все с моря. Все равно красота прям вообще. Так что, как-то так. Всем пока.